Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Название маленькой заметочки, которую сейчас озвучу, «Таблетка». Написано 14 декабря 2009 года. Итак, начинаю. Захотелось немного отдохнуть от футбола и остановиться на теме, далекой от него, и все же на 100% это сделать не удастся. Футбол, хоть и косвенно, но имеет отношение к этой теме. Хочу высказать свое отношение к той «радости», в кавычках, которой нас облагодетельствуют фармацевты – таблетки. Вас может смутить моя ирония, но другой реакции с моей стороны и быть не может. Спасают ли таблетки людей? Помогают ли им? Да, спасают. И этот факт отрицать бессмысленно. В таком случае получается, что таблетки – наши друзья, наши помощники? Нет более коварного и опасного врага, чем ее соблазнительность – таблетка. Большинство из нас очень мало уделяет внимания своему здоровью, как следствие сбоя в работе организма. Об этих сбоях мы часто узнаем через болевые ощущения, сигнал СОС, который нам подает организм. Кто-то из светил медицины сказал: «Боль – это цепной пес здоровья», а с экранов телевизоров мы слышим и видим то, что такие-то таблетки наносят боли двойной удар. Это не просто реклама, это преступление перед людьми. Другими словами, нас призывают убить пса, чтобы не гавкал. Хочу привести вам один пример, которым я ограничусь. Что будет с вашими ногами, если вы 3 месяца не будете вставать с кровати? Не сможете по окончании этого срока пройти 3 шагов. Мышцы ног за это время при отсутствии нагрузок атрофируются. Не только ноги, но и любые другие части тела организма, если прекращают выполнять свою функцию, то неизбежно атрофируются. Разовый прием таблетки с целью улучшения работы, скажем, печени, оказывает положительный эффект. Если эти таблетки принимать постоянно, то организм отдаст часть своих функций таблетке, и вы неожиданно для себя попадете в зависимость. Таблетка – это костыль. Нога никогда не восстановится, если будете использовать костыли. То, что тренируется, то развивается. То, что отдает часть своих функций таблетки, неизбежно увядает. Организм – это самовосстанавливающаяся система с абсолютным химизмом. То есть организм в состоянии выработать любое вещество, необходимое для восстановления того или иного органа. Другими словами, организм спокойно может обходиться без таблеток. Главное знать, как запустить механизм восстановления. Таблетки можно, а иногда и нужно использовать, но всегда помните о том, что систематическое употребление таблеток – это серьезная угроза здоровью. У меня все, господа.